Эй! Поехали, давай. Ты мне сейчас все застрешь. Я подкоп 5 лет рыл. Не оторвемся, заможу тебя, понял? Че, реально подкоп рыл? Вон, ложка все выскреб. Ну че ты так долго-то, Степа? Иван Николаевич, можете мне в Москве на работу помочь устроиться? Роднуль, ты по УДО ушел только потому, что твоя бабка мне денег задолжала. Значит, по наследству долг твой. Какой долг? Экономика. Денег не будет, сидишь обратно. Уже лет на 10. Искать! Горький. В тюрьме, что ли, не начитался? Степа, ни товар, ни деньги никогда не храни в своей комнате. Палево же. Застройщик «Империя каркасов» хочет выкупить комнаты жильцов за 1 миллион рублей каждую. Что бы вы сказали ему на это? Чтоб шел он со своим торговым центром отсюда на... Я уговорю всех продать комнату по миллиону и съехать в течение недели. Хорошо, иди. Момент. Вы купите мою комнату за 3 миллиона рублей. Хочешь, я сяду себе на лицо? Ты мне сядешь. Один день остался. Денег не будет. Понял?